Для кого-то зима – это красивый пейзаж и ощущение свежести, а вот для коммунальных служб – работа, которая не початый край. Снежные воины не дремлют, с раннего утра до поздней ночи очищают дорогу для пешеходов, убирают снег на улицах для безопасного движения транспорта. Мы работаем круглосуточно, дежурная смена и ночью, и днем работает. Смена происходит в 9 часов утра и в 9 часов вечера. Вот. И как только начинается снег, машины, поступает команда, машины едут на загрузку, загружаются песко-соляной смесью, выезжают на участки. У нас на городе 15 маршрутов, по которым работают машины. Очищать от накопившегося снега территорию коммунальным службам помогает специальная универсальная техника, которую можно применять как зимой, так и летом. Сейчас же ситуация на дорогах оставляет желать лучшего, поэтому, дабы избежать казусов, осуществляется обработка песко-соляной смесью. На дела насущные хватает и средств, и техники. У нас в прошлом году 32 единицы было, в этом 31 единица пескоразбрасывателей. Погрузчики столько же осталось, самосвалы для вывоза снега то же самое количество, поэтому мы готовы к любым поворотам погоды. Благодаря раннему началу работы коммунальники к полудню уже стабилизируют ситуацию на дорогах и продолжают следить за погодной обстановкой. Надо признать, что их служба не из легких, и усложняется она, когда нет понимания и уважения к труду со стороны участников дорожного движения. Мы дежурим, находимся на работе, ждем команды диспетчера. Диспетчер нам дает команду ехать сыпать, по какой норме сыпать. Мы едем, чистим, сыпем, если нужен очистка, то есть опускаем отвал вот этот снегоуборочный и убираем снег с проезжей части, в дальнейшем занимаемся посыпкой, то есть обработкой ее от снега и льда. Водители других транспортных средств очень сильно мешают, они где-то подрезают, где-то лезут под эти камни, которые с песком летят с нас, и как бы делают нас виноватыми, но это не зависящий от нас фактор, мы просто выполняем работу. Чтобы успеть расчистить от снега пешеходные дорожки, которые ведут от подъезда до выхода со двора, работники коммунальных служб в эти дни приступают к своей работе еще до того, как брещане начинают покидать свои квартиры. К 8 часам они стараются выполнять свою работу. Дворники убирают снег в ручном режиме, что совсем непросто. И было бы неплохо, чтобы люди, особенно в снежные дни, хотя бы немножко помогали, ведь уют и порядок во дворах создаем мы сами.